Простая истина, повторяемая раз от раза. Болезнь лучше предупредить, чем лечить. Наркомания – болезнь коварная, которая отнимает и физические, и психоэмоциональные силы человека. Медики, полицейские, педагоги, сотрудники социальных учреждений объединяются в борьбе с этим злом. Результаты проведения ряда профилактических мероприятий. Сентябрь у нас прошел под лозунгом антинаркотической работы. Мы поддержали инициативу правительства Московской области. У себя на территории мы тоже проводим антинаркотический месячник. Семинар, прошедший в культурном комплексе, собрал социальных педагогов из школ района. Делились опытом, говорили о том, какие методы работы использовать, о важности психологической помощи. Послушали и приглашенных специалистов – врачей, наркодиспансера, сотрудников правоохранительных органов и социальной защиты. Все мероприятия для детей из Щелковского района и взрослых предназначены именно для того, чтобы еще раз напомнить, что наркотики ни к чему хорошему не приведут. Могут разрушить и семью, могут разрушить здоровье, и, ну, вплоть до уголовной ответственности, ну, естественно, самых тяжких таких вот последствий. У каждого педагога свои особые подходы к работе, но, пожалуй, главный принцип, единый для всех – уделять внимание детям и интересоваться их жизнью. Самое главное, наверное, строить правильное эмоциональное отношение к детям. Наша любовь, наша поддержка детям, учет их интересов – это, наверное, самое важное. Наталья Медведева, Андрей Цеханович, Валерий Жиглей, телерадиокомпания «Щелково».